Новосибирск прибыл чрезвычайный полномочный посол Германии. В программе его визита – встречи с представителями власти и общественниками. А кроме того, посол побывает в Новосибирском областном российско-немецком доме и Сибирском отделении наук. Сегодня Рюдигер фон Фрич познакомился с исполняющим обязанности губернатора Андреем Травниковым. Эта официальная встреча важна с точки зрения обсуждения перспектив сотрудничества Новосибирского региона и Германии. В первую очередь это касается экономики и производства.